Здравствуйте! Вас приветствует канал SPV.com. И сегодня я хочу показать, как настроить эмулятор RPCS 3 для того, чтобы поиграть в игру Wipeout HD Fury. Fury можно перевести как ярость. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Последнюю прошитую сборку. Мной она уже скачана, и я приступаю к разархивации в корень диска C. Ссылка на бесплатный архиватор будет в описании. Запускаем. О, уже вышла новая версия, но пока не будем обновлять. Ставим обе галочки. Это в том случае, если не хотите такое окошко видеть при каждом запуске. Геймпад. Играю на клавиатуре, поэтому здесь выбирается keyboard. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх, теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет вверх. Так по аналогии каждый под себя постраивает геймпад. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на видео будет в описании. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Конфигурация. Сюда мы не полезем, ничего здесь настраивать не будем. Давайте сразу добавим игру. Файл. AddDGame. У меня игра уже скачана. Выбор папки, вот она появилась. Это я выключу. Кликаем правой кнопкой мыши и выбираем Create Custom Configuration. Вот здесь мы теперь все настроим. Vulkan, двойка, Disable. Можно оставить off, я себе сделаю HD, но помните, это скажется на быстродействии. Здесь ставим на 200. И вот эти две галочки. Apply и Save Configuration. Теперь правая кнопка мыши по игре и выбираем вот этот пункт с жирным шрифтом. Индивидуальная настройка. Компиляция начата, на это уйдет какое-то время. Чтобы не ждать, я это вырежу. Компиляция окончена, запустилось окошко с игрой. Этот логотип не обламывается. Заставка так. Насколько я понял, это HD-версия какой-то старенькой игры.
я первый. По крайней мере, пока. Замечательно, мы выиграли. Вот так это работает. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPVComp. Ставьте лайки, заходите на наш сайт spvcomp.com.